как дела? Здорово, здорово. Поезд, шо вы? Кто вы-то? Я здесь один, блядь. Да ебали уже твои истории, одна лучше другой, блядь. Я вот раньше отжимался. Вот так. А потом к нам в гарнизон спирт завезли. Шо ты, норм. Маша домой поехала. Это сугубо. Здоров. Как дела, братишка? Ну, бывало и лучше, но... Вот иду по холоду. Ты идешь с животным? Ну, конечно. Все на районе. У меня ж на районе живот тут. Новый построили, переехали. Да, да, привет, Настя. Ой, блядь. Ну и зябка, блядь, на улице, это пизда. Накашляю вам тут. Сори. Так, ты что-то интересное хотел сказать, или как обычно, за житуху побазарить? Скоро, блядь, выложу, короче, пацаны, новый битпак. Чуть-чуть допишу, но в этом битпаке... Так, чтобы меня никто не сбил, сука. В этом битпаке будут биты, которые были для Джимбы, но я решил, что... Они теперь ему не принадлежат. И если вдруг кто хочет купить эти ебаные биты, которые еще не релизнуты были и не запалены нигде, и написаны для Джимба, вы можете мне написать в личку, я их вам продам. Биты охуенные. Но теперь они продаются. Вот. Либо можете дождаться битпака. Смотрите сами. Оп. Фу. Ну и холод. Ну и холод, пацаны. Покупаю. Пиши в личку. Аня. Через какую прогу биты пишешь? Virtual DJ называется. Прикольная программа. Всем начинающим советую. Так, через какую... А, бабок ни у кого не хватит. Хватит. Как относишься к фараону? Фараон нормальный тип. Люблю Глеба. Говно. Своими метами будут лучшими прям за последние тысячи лет. Это да. Как относишься к Саутгардену? Отлично. Хорошие отношения с ним. Го фифу, у меня нет фифы. Можем ограблением попроходить в онлайне.
GTA. Мне как раз не хватает компаньонов. Где-то Морти гуляет. Славик на нарах, блядь. Аня, что ты пишешь? На нарах, блядь. Салют, южный салют. На морде. Неплохо разъебал на фейсе. Историю снимал просто. Спасибо. Спасибо. Так. Так, так, так. Кто для тебя хороший битмейкер? Все из династии, но, бля, биты Салуки и Уайтпанка просто это пиздец. Да и Чейн, да вообще всех биты на самом деле. Крейзи Мак ушел из династии, да. Наверное, не знаю. Последний раз видел счастливого Олега, когда он рядом встретил. Шо, бля? Ладно, давай, брат, удачи. Да не брат я вам, ребята. Вот, Морти брат, симбиотик брат, Глеб брат, Вишну брат, Знал брат, Отис брат, все братья, вот вы, чё-то, не знаю, вот. Чё за братья-то? Почему ты решил заниматься творчеством? Потому что хотелось творить, а не только потреблять творчество. Как поживаешь? Живу, поживаю. Хуйню наживаю. Я счастливый, потому что пытаюсь казаться счастливым. На самом деле все не так. Вам кажется. Сколько Вишну человек, или там только Гоша? Нет. Я не знаю, сколько людей в Вишну. Посмотрите в группе Вишну продукт. Ты не приедешь с Морти на концфары в МСК? Не знаю. Может быть. Не исключаю, но и не уверен. Ты сейчас где? На районе? Конечно, рад, он же начал. Бля, он же прям мечтал, когда Джимбо свалит, чтобы биты по кому-нибудь продать по дешевке, бля. Ой. Рот твой по дешевке. Маршмеллоу будем продавать. А биты мои. Это не дешевка. Это произведение искусства. В каком городе? В Харькове. Skate Live. Вообще ебанутый бит. Не лайв, а лайв. Лифе. Лайв. Жизнь. Покупайте Skate Life бит. Кстати, Skate Life это был трек... Ой, блядь, трек. Бит для Славика. И в историях он был у Славика. Не помню, грустный, веселый или что-то такое было. Ну, а мы решили его не упускать. Вот. И этот бит, короче, был предназначен для... А, блин, не увидел. Короче, этот бит был предназначен для Славика, поэтому тоже можете попробовать на него записаться. Бля, в смысле сначала купить, а потом уже попробовать записаться. Потому что, когда вы сначала записываете трек, а потом... говорите, вот, я скину скоро бабки за биты, вы можете идти нахуй. Сначала деньги, потом
биты. Утром деньги, вечером стулья, как говорится. Правильно? Правильно. Так что хуйню не страдайте. Оценил трек у 21 и Ричиги нет. Сколько? 6400 стоит что? Пишите в личку. Это мне говорит человек, который работал за MacBook. Я не купил себе MacBook, значит, я не работаю.